Сотрудников районной администрации попросили на выход из кабинетов в середине рабочего дня. Но не по служебному несоответствию, а в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Сотрудники МЧС отрабатывали аварийную ситуацию. По причине короткого замыкания электропроводки в малом зале кинотеатра «Курортный» произошло возгорание. Помимо эвакуации людей из здания, пожарно-спасательное ведомство отрабатывало и возможные внештатные ситуации при борьбе с огнем. Город надо нам сорвать, то есть они пускай поработают от города, пускай они на каком-то моменте его потушат, площадь немножко снизят, а потом просто город, ну, встал, коллапс произошел, город замерз там или отключили и так далее. И пускай думают, в этот момент пожар будет распространяться. Только дадим им поиграть, чтобы они подышали, засвистели, соответственно, поменялись. Масштабные контрольно-проверочные пожарно-тактические учения состоялись в здании администрации курортного района. Стихийно возникший пожар в зале кинотеатра сделал заложниками 4 условных сотрудника комплекса, без связи с внешним миром и возможности покинуть помещение. В то время как в другой части здания администрации сотрудники охраны организовали эвакуацию людей. Внимание всем! Всю информацию через штаб на 91-го. Еще раз доложите на своих участках, где вы работаете. Да, у нас участки тушили. Сколько участков? Кто? Участок, давай, номер один. Кинотеатр «Курортный» является главной культурно-массовой площадкой района. Одновременно в учреждении могут находиться до 1500 человек. Цель сегодняшних пожарно-тактических учений – совершенствование навыков начальствующего состава в организации и тактике тушения пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, а также отработка внештатных ситуаций. Ребят, на вас упал большой кусок неизвестно чего. Вам не выбраться. Работайте самостоятельно. Вам не выбраться. Просите помощи. Отрабатывайте. Есть рация? Орите. Вот есть и рация. Руководители тренировки несколько раз усложняли бойцам пожарно-спасательных подразделений задачу, добавляя дополнительные вводные. Однако, несмотря на все сложности, все принимавшие участие в учениях специалисты успешно справились с ликвидацией последствий условной чрезвычайной ситуации и спасением людей. По итогам учений руководители тренировки дали всем ее участникам положительную оценку. Всего в пожарно-тактических учениях приняли участие 8 автоцистерн, 1 автолестница, 2 автомобиля газодымозащиты, защитные службы, рукавный автомобиль, пожарная компрессорная станция, а также подразделение служб жизнеобеспечения района. Сейчас ногами там не весом что, там уже и костей не осталось. Носилочки, носилочки, как положено. Коллеги, носилочки, как положено. У него за ноги его не взять, там у него культятка не осталась. Носилками теперь будем бегать. В целом учения прошли удовлетворительно. Безусловно, совершенствовать деятельность необходимо, чем мы и занимаемся в повседневной деятельности и также в рамках проведения пожарно-технических учений тактических. Также сегодня было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности администрации курортного района, на котором были отработаны вопросы взаимодействия сил и средств районной подсистемы РСЧС.